Всем привет! У микрофона Voltec, и я рад вам представить еженедельные голодные игры в Minecraft от команды Voltec Dev. Для тех, кто не в курсе, 24 игрока сражаются на карте, окруженной стеклянным куполом. Под ней спрятаны полезные вещи и опасные ловушки. Единственное правило – побеждает только один. Принять участие может каждый. Для этого вам нужно в комментариях к этому видео написать «Участвую» и ник, под которым желаете играть. Если желающих будет больше, чем мест, то выбор будет производиться случайным образом. Кто не попадет, не отчаивайтесь, игры проходят каждую неделю. Также, если кто-то из участников не явится, у вас есть шанс его заменить. Игры будут проходить по субботам в 8 часов вечера. Сбор будет проходить за час до игр. О попадании на голодные игры вас известят личным сообщением на YouTube в пятницу. В нем будет IP-адрес для подключения. Версия нашего сервера 1.5.1. Играть можно как с лицензионной, так и с пиратской версии. После захода на сервер вы попадаете в лобби. Перед началом игры администратор рассадит всех по стартовым позициям, а в чате будет произведен отсчет. Если вы погибаете, то возвращаетесь в лобби до конца раунда. Оттуда вы сможете наблюдать за игрой. Через пару дней после игр на этот канал выходит видеоотчет, а полный бой смотрите на нашем втором канале Voltec Play. Также там можно найти летсплеи по разным играм. Подписывайтесь на этот канал и на канал Voltec Play, ставьте пальцы вверх и помните, впереди нас ждет еще много интересного. Всем спасибо за внимание и удачи на голодных играх.